Один подарок. Нас дома столько много человек. Зять принес один подарок. А это кому? Люда или Лолита? Люда. Ей 17 лет, и им все равно дают подарок. А Лолиты почему не дают? До совершеннолетия. У нас вообще до 14 лет. Да. Так, что, посмотрим, что. А можно пока не видят дети что-нибудь самое вкусное взять? Так, что тут? Вот это, наверное, вкусная картошка, да? А подарок большой, да? Хороший. Конфеты вроде как хорошие. Так, одну конфету пока никто не видит. Нет, я брауни возьму. Степан, почему нам подарки не принес? А? А, нет, я вот это возьму, отломи вот это. Ругайся. Насчет чего? А что ругаться? Чё? Да я удивлена, что люди дают. Да. Я хочу прям вот так. В принципе, и Люда уже один раз расставила. Мелатки. Чокопай. Орео. Ну, неплохой, да, подарок? Ну, и размерчик такой. Да. Любимка спит, любимка себя плохо чувствует. Ребенок чуть-чуть заболел у нас. Ну, пока любимка спит, мы тут у нее. А, или зефир. Что да, можно поесть, бы... чтобы похудеть? Вот смотри, я все равно одну конфету возьму. Ты же меня... Вы бы порекомендовали, я порекомендовала бы закрыть подарок. Не, ну... Ну да, но не надо. Не надо? Вообще ни то, ни то есть? Ни то, ни то. Утром, если что, утром. Что за немец? Я не знаю. Ничего не дает кушать. Мам, ну, что ты за дочку родила? Ничего. Зачем конфеты есть? Не буду. Я не ем и тебе не даю. Не буду. Ты будешь у нас худая, я буду красивая. Вот это тоже какое. Ладно, все, мама одну взяла. Мама, ты что, зефир взяла, мам? Нет, твою. А куда я зефир дела? А, вот это зефир, да? Отложи утром. Не буду я ничего есть. Все, ладно. Мы будем тоже худыми. Добрый день. Сегодня, как и обещала, уборка. Не знаю, будет кому интересно смотреть, не будет. Но сегодня будем драить фартук на кухне. Бытовую технику, что стоит на столешнице. Самое главное – очистить духовой шкаф, потому что духовка желает быть очищенной. И плита. Плита у меня такая... А, у меня из-под плиты... Вот первый шкафчик, у нас там вилки, ложки лежат. Из-под плиты постоянно сыпется что-то. Только уберу вилки, ложки, через 2 часа что-нибудь приготовлю. Там, где вилки, ложки, у меня намусорено. Артём приходил. Мы заказали вчера прихожую. В конце февраля у нас будет светлая прихожая. То у нас раньше кухня была темно-шоколадного цвета и прихожая была темно-шоколадного цвета. Сейчас сделали светлую кухню и хотим светлую прихожую сделать. А, по-моему, у меня Олечка, да, спрашивала. Олечка, привет тебе огромный. У нас цокольный этаж, полутораэтажный, да, у нас дом. У нас первый этаж в цоколе, и поэтому очень мало света. Сразу не подумали почему-то делать все светлое. Ну, да ладно. А, еще, Мануша, привет и тебе огромный. Мое покашливание тебя так напугало, что ты меня на флюорографию отправляешь. Нет, все нормально. Просто бывает такое. Когда дома вирус, это естественно. Так, ну что, болтать не будем, будем начинать. Еще у меня что-то... Я уехала, у меня орхидеи что-то... Пока месяц была, мои орхидеи... Они меня обиделись и перестали цвести.
Они у меня две цветут, две отдыхают. Потом, как эти две отцветут, следующие пускают цветоножки. Короче, орхидеи у меня постоянно круглый год работали. А сейчас что-то не знаю. Что-то обиделись. А еще подоконники надо помыть. Занавески мне девчонки снимут. Сегодня Лолитка гуляет. Сегодня у них выпускной с ПГУ. Они сегодня отдыхают. Нет, окна и занавески буду делать завтра. Сегодня фартук. Сейчас покажу. Вытащила из кофемашины контейнер с мусором. Сегодня убираем кафель. Вот, по периметру чистим плиту. А шкафчики буду завтра делать, потому что сегодня меня на все сегодня не хватит. И если будут силы, духовой шкаф почищу. Кто-то подумает, этот кафель можно за полчаса помыть. Нет, я делаю тщательно, делаю медленно. Я быстро сейчас убирать из-за ноги не могу, никак не получается. Поэтому так, за сегодня начну, завтра доделаем. Мне так легче будет. Что надо делать? Надо прекращать разговаривать и начинать убираться. Ладно, переключимся. Бардак я вам показала, потом покажу, наверное, все чистенько. Вот это вот. Господи, постоянно столько мусора. Ладненько, начнем убираться. Сейчас химия опять надышусь, голова будет болеть. Но она такая термоядерная, что, наверное, нужно одеть респиратор. Я имею в виду маску. Девчонки, откройте Маре дверь, где она там кричит? Потому что без маски работать очень тяжело. Кафель сразу начинает сиять, прям мгновенно. Вынимаем наш стратегический запас. Что мы пьем? Белый аист. Что мы дальше пьем? Лезгинка дагестанский. Коньяк у нас никто не пьет, поэтому у нас его много. Это на пробу взяли. А вот это нас угостили. Грузинское вино 2012 года. Это мы на Новый год откроем сухое вино. Что мы еще пьем? Уссурийский бальзам. Откуда у нас та бутылка? Непонятно. Вот эти два шампанских взяли на пробу. Сухое брют. Будем пробовать. А это с Грузии привезли тоже 100 лет назад. Все ближе покажу. Пыли нет, но из-за духовки цвет меняет. Смотри, вот это почищено, смотрите. А вот это не почищено. Видите, разница какая в цвете. Тоже почищено. Короче. Девчонки, сколько раз в год вы делаете генеральную уборку? Мы делаем перед... Обязательно Новый год, перед Новым годом. Затем перед Пасхой. Ну, такая уборка, что занавески снимаются, окна моются, люстры моются. Новый год, затем Пасха. Затем после Пасхи весной мы выходим во двор. И потом, как заходим домой, это в октябре, опять делаем генеральную уборку. Раз, два, три раза в год получается. Потом заходим домой, а потом перед Новым годом. Раз, два, три, четыре раза в год получается генеральную уборку делать. Если честно, мне бы на больше не хватило. Показывала я вам средство, да, которое в фикс-прайсе купила. Оно стоит, по-моему, 99 рублей. Очень хорошая. Если работать в респираторе, чтобы не отравиться, прям кафель блестит после него. С
Я мою, пока мою, я параллельно включаю любимого блогера и под ее монотонные, под ее монотонные речи время быстрее проходит. Ладно, переключимся. По ходу дела, пока убираю кухню, мамин ящик с лекарствами тоже уберу. Посмотрите, что тут творится. Тут принимают практически ежедневно. Ой, ужас какой. Как тут похудеешь, скажите? Калитка мне макаронцы принесла. Шоколадные, мои любимые. Нужно оставить кофе. У меня сегодня на обед мясо тушеное с луком и пюрешка. Сейчас готовлю, а потом уже буду продолжать уборку. У меня уборка идет полным ходом. Сняла решетки, положила в посудомойку. И с вытяжки сняла сетку. У нас новое приобретение. Мало того, у нас телевизор целый день работает. У нас теперь Алиса есть. Будем под музыку убираться. Алиса, Мака Межиева. Включаю Мака Межиева. Так, мне осталось совсем чуть-чуть. Осталось помыть две статуэтки и вазочку. А так все убрала. Все чисто. Все отмыла. Все блестит. У меня вся косметика потекла. Ладно, до Нового года еще неделя. Кухня у меня блестит. Завтра будем драить ванную комнату. Стены мыть. Ну, генерально будем делать в ванной комнате. Все, еще завтра планирую провести прямой эфир. Наверное, в обед, часов в 12, в час. Кто будет располагать свободным временем, присоединяйтесь. Все, до завтра. Завтра увидимся.